Однажды давно я попал в дом престарелых инвалидов. Ничем особенно не отличался он от сотен подобных домов во всем мире. Кто-то грустно назвал такие заведения домами смерти. И мне захотелось рассказать о двух людях, изолированных от внешнего мира и одиноких в равной мере, потому что сами построили так свою жизнь, и потому что обстоятельства были против них. Эта история не о старости. Это история о мужчине и женщине. На мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Итак, дом престарелых Бентли. Воскресенье, день посещения. Стариков развлекают музыкой. Извините. Дать. Я думала, здесь никого да, нет. Виноват я тут, Лёксина. За что же себя винить? Просто я... А вы что, новенькая? Я здесь 3 недели. 3 недели. Ну ничего, к этой жизни надо привыкнуть. А вы давно здесь? 2 месяца. Значит, тоже почти новичок. Да нет, я раньше бывал в подобных заведениях, они все на один лад. Я выбрала дом Бентли, потому что здесь обеспечен круглосуточный уход. А чем вы больны? Простите, я нескромно спросила. Пожалуйста. Хронический диабет. Значит, у вас диабетус мелитус. А вы чем страдаете? Очень страдаю. У меня
последняя стадия самого тяжелого заболевания, известного в медицине. Старостью называется, смертность невероятная. Я думала, вас здесь от чего-нибудь лечат. Да нет, чтобы попасть в Бентли, не надо иметь никаких замысловатых болезней. Старость выручает. А вам не приходилось бывать в доме престарелых Бостонской церкви? О, нет, не было. Бостонской нет. Вот туда бы мне хотелось попасть. Да и в чем проблема? У них там жесткие финансовые правила. А именно? Деньги все отбирают. Жулики они. Жулики. Норовят все наши деньги прикарманить. Вероятно, вы правы. Впрочем, если есть деньги, то... Не надо только заблуждаться. И с деньгами некуда деваться. Всех нас одиночество поджидает. Поэтому-то мне и хотелось там поселиться. Ну и чего не пожаловали им свои деньжаты? Ну, мне показалось, это несправедливо. Да, какую черту справедливость? Какие бы блага ни сулили, у стариков нельзя отнимать деньги. Понимаете, нельзя. Да вот даже эти вот из ведомства неимущих не отнимают у нас все деньги. Так же нельзя. У них на то своя точка зрения. Не знаю, какая точка зрения, но факт остается фактом. Не трогайте, не трогайте. Не надо трогать. Жулик, блядь, вот и все. В карты играете? Целую вечность не играла. Хотя когда-то увлекалась, да. Посиживала до глубокой ночи. Моя мать, если бы знала, убила бы меня. В нашем доме карточная игра считалась грехом. В карточной игре не может быть никаких грехов. Разве что прикуп неверно сделаешь, когда вся рука в масть. Это вы о покере? Когда вся рука в масть? Да, о покере. Никогда не могла понять эту игру. А в джин играете? Джин? Джин, да. Реми, не одно это и то же. Да-да, принцип один и тот же, но я веду так называемый голливудский джин, голливудский. Идите, я вам расскажу, это, я думаю, вам понравится. Идите сюда. Идите вот сюда, присядьте, я вам расскажу сейчас. Да. Между прочим, меня зовут Веллер Мартин. Фонсия Дорси. Очень приятно, Фонсия Дорси. Давайте, садитесь. Садитесь, я сейчас вам расскажу. Я надеюсь, это вам понравится. Вот я сейчас даю карты, да? Значит, 10 себе, 11 вам. Да? Следите внимательно только. По одной, по две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по 10, 11 вам. Это чтобы вы сбросили 11-ю карту и начали играть. И карты надо разобрать по старшинству. Да, и там да, короли да, королям, да, девятки. Да. Можно девятки. По мастям тоже, можно ага. Так. Да, ага. Скажем, туз, король, дама, червей или 10, 8, 9, бубен, но не менее трех карт одинаковых. Трех, да. И тогда можно раскрыться. Нет, 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 раскрываться нельзя. Нельзя до тех пор, пока не сойдутся все карты, кроме одной. Вот вы ее бросаете и начинаете игру. А у нас иначе играли. Мы раскрывали сразу же, когда приходило... Значит так. Во всем мире в джин играют так, как я вам рассказывал. Пожалуйста, будем играть так. А мне даже нравится, что не надо сразу раскрываться. Да вот еще что. Игру можно закончить спринтом. Спринтом? Спринтом, да. Это когда карты, которые вы должны бросить, дают меньше 8 очков. Тогда вы стучите по столу и говорите, объявляю спринт. Что, не понимаете, да? Сейчас я вам... Все наглядно покажу. Вот смотрите, вот это ваши карты. Скажем, у вас сошли все карты. Вот, скажем,
кроме вот этой и вот этой, скажем, да? Вот вроде сошлись. Вот, тогда вы говорите, объявляю спринт на 8 очков и стучите по столу. Если у меня меньше 8 очков, тогда выиграл я. Если больше, то выиграли вы. Понятно? Ну да, понятно. Но вначале воздержусь, да, от пожалуйста, спринта. Вы можете воздержаться от спринта, но принцип вам понятен. Да? Ну да, конечно, понятно. Ну, очень хорошо, мы сейчас с вами сыграем. Вы не беспокойтесь, я буду вести игру, я все знаю. Обычно, знаете, играют до 150 очков, а мы будем играть до 100. Зачем нам так много, правда? Эффект тот же, а все гораздо быстрее получается. Вот я здесь пишу «Веллер». Здесь Фонсия. Вот, и мы будем сейчас играть, я вам сдам карты. Как интересно, да. Если бы кто-нибудь, да, даже 15 минут назад мне бы сказал, что да, я буду по одной, здесь. По две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять, одиннадцатое вам, пожалуйста. Что я буду здесь сидеть и с кем-то играть в карты. Да, да буду... что я... Ну, это что ж такое? Я же вижу ваши карты, что вы выложили и смотрит на меня. Час рассказывал. Я думала, день будет сегодня ужасный. Какой день? Посещение, что ли? Да. Да. А семья у вас есть? Да, конечно, у меня... Сын Лэри. Да. А муж ваш, мистер Дорси, что же умер? Мы с ним прожили 4 года. Разошлись, когда Лэри было 2. Да. А умер мой муж совсем недавно. У меня еще есть сестра Хэтти. Да. Живет в Октаве. Да. 15 лет мы с ней не виделись. А сын ваш живет в нашем городе? Нет, они с женой перебрались... Денвер. А, значит, вы не часто встречаетесь, да? Уже больше года, да, он ко мне не приезжал. А, а у вас дети есть? У меня... Да, ой, подождите. Есть. Что? Что? По-моему, у меня джин. Ну-ка. Посмотрите-ка, вот 4 короля, видите? Вот. 3 девятки, да. Вот это вот надо, да, было, да, сбросить. Да. Очень неплохо, для начала, неплохо, да. Молодец, да. Так, запишем вам за джин 25 очков. У меня было 8-9 червей. У меня, значит, это 17. У вас теперь 20... Нет, 42 очка и только за одну игру. Видите, как? Вы извините хорошо. Меня, я заболталась. Нет, нормально, не знаю, нормально, нормально. Вы очень хорошо сыграли, очень. А, новичкам очень. Всегда везет. Не скажите, почему? Нет, вот, смотрите, я вам объясню. Вот у вас был на руках король, да? Другой бы его сбросил. Большая карта. А вы придержали, сделали замечательный прикуп. Вот не это... думала, что в картах нужно столько стратегии. Ну что, тот, кто думает, что джин это просто везение, он игры не знает. А я вот как раз вас хотела спросить. По одной, по две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять, одиннадцатый вам. Хотела спросить о ваших детях. У меня есть, да, дети взрослые, 2 сына и дочь. И часто вы от них получаете весточки? Нет, мы давно потеряли всякую связь. А, ужасно, да. Потерять связь с близкими. Да. Давно это было, я тоже разошелся с женой, и она не хотела, чтобы я встречался с детьми. Потом они уехали в другой город, я не мог уехать, потому что у меня здесь было дело. Вот, потом моя жена вышла замуж во второй раз, так мы потеряли всякую связь. Как это ужасно. Да, когда я разводился, суды часто присуждали в пользу разведенной, понимаете? Да, и с этим ничего нельзя было поделать. Мне очень жаль, Веллер, что это случилось именно с вами. Хотя есть мужчины, которые достойны этой участи. Нет, 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 я бы никому не пожелал такой участи. Я не о вас, Веллер, я о человеке, за которого вышла замуж. Да, даже ему я бы не пожелала этой участи. Если бы вы знали, какую он мне адскую жизнь устроил, то не брали бы его под свою защиту, джин.
Вижу, Джей, да, вижу. Так. Ну все, больше уроков от меня не ждите, все. Мне повезло. Да, повезло. Сразу да, пришла 25, нужная карта. 25. 48 у вас уже. 48. Как здесь, однако, может быть 48. Хорошо? До какой-то степени. Комнатки маловаты. Запихнуть человека в такую клетушку со всеми его пожитками, вот тогда-то начинаешь. По одной, по две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять, одиннадцатый вам. Что начинаешь понимать? Да все. А что вы сделали со своими вещами? Распродал все. Трудно расставаться со старыми вещами. Да. От здешней еды у вас понос не бывает? Вень. Нормальный вопрос, что вы? Не замечала. Ничего, скоро заметите. А каким коммерческим делом вы занимались? У меня была фирма по рынку сбыта. А что это? Ну, я консультировал предпринимателей, если надо продать, какую цену назвать, сколько, как продать. Вот такая фирма у меня. Никогда не могла этого понять. Чего не могли понять? Что почем продается. Да. А что вы продавали? Ничего. Как же вы не водите? Зайдешь, бывало, в магазин, увидишь, лампу стоит $10. А потом точно такую же в другом магазине, но уже $100. Да. А я разницу бывает, не понимаю. Бывает, так в коммерции бывает. Вот я вам сейчас объясню. Вот смотрите, я когда был молодой, я хотел получить подряд у одной фирмы. Вот, и я сидел на совете директоров, председательствующий. Да, обращается ко мне и говорит: скажите, сэр, во сколько нам обойдутся ваши услуги? Меня спрашивает, да я, ай, как я волновался. Молодой был, да, робел. Я бы согласился на $500. Да какие 500? На 400 пошел, да, но так волновался, что встал и сказал только одно слово. 4. Тогда он этот... председательствующий обращается к одному из присутствующих и говорит: скажите, Гарри, 4000 для нас небольшая сумма. А тот, как ни в чем не бывало, этот Гарри говорит: вполне подходящая цена. 4000, представляете, какой. И вы ничего не сказали. А что я должен был сказать? Что дело не стоило и $500. Подряд стоит ровно столько, сколько клиент готов заплатить. Вот это запомните. Наконец-то! Джин! Ну, я видел, что вам нужен валет. Ну, что ж я бросаю валет? Ну, это же... Болтаю много. Значит, 22, 25, 47 получается. Черт бы меня подрал. А вот мой папа за всю свою жизнь не сказал ни одного дурного слова. Да? Это потому, что он с вами в карты не играл. Он и в карты не играл. И не пил, и не курил. По одной, по две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять, одиннадцать, все. Теперь эти начали там. Это хор. Я знаю, что это хор. Я просто этого увеселения понять не могу. Понимаете? Это певчие из церкви. Ну? Многие из них раньше выступали на сцене. Ну, я же не говорю об их составе. Я говорю об этом ненасытном желании все время нас развлекать. Они думают, если к нам перестанут ездить эти
фокусники и бхаристы, мы все подохнем скопом у них на глазах. А мне фокусник понравился. Ну как он мог понравиться, фокусник? Молоко вылил на пол, как он мог понравиться? Я знаю этот фокус. Но? Он наливает молоко в газету, да, а потом делает так, что оно исчезает. Исчезает, а у него все вылилось на пол. Я же сидел в первом ряду, я все видел, все. А из третьего и из четвертого ряда этого видно не было. Да, 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 вот поэтому эти фокусники любят ездить в такие заведения. У половины зрителей так трясутся головы, что они ни на чем сосредоточиться не могут. А другие спят безмятежно. Спят безмятежно. Я думаю, вам нужна вот эта карта. А может, это? Не знаю, как сыграть. А, была не была. Вот так сыграть. Вы были правы, Вельми. Джин. Ну, побойтесь Бога, Господи. Что же это такое? Все. Джин, 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 Джин. Даже поддержки. Ну ладно. Раз джин, так джин. Фонсе Дорси, позвольте пригласить вас на танец. А? Как я, да? Пожалуйста, да. Вторая половина дня, когда к старикам приходят родные. Веллер,
Толкалась? А я здесь прятался. Ну какой вы сумасшедший! Мы не виделись целую неделю. А, с того дня, как я потерпел свое Ватерлоо на карточном поле сражения. Это было очень забавно. Правда, забавно было, да. Ну что, я могу вас ангажировать на матч-реванш? А? С удовольствием. Да. Смотрите, что там. Значит, двери это значит. Эти дни посещения превращаются в сущий бедлам. Слава богу, они сюда не заходят. Заходят, что вы, заходят. Недели две назад сюда зашли дочь и зять Глэдис Мэй. Знаете, Глэдис Мэй, да. Вот. Сначала они посадили ее вот сюда и хотели засунуть ей в рот бутерброд. Потом, когда эта идея не удалась, они стали меня обсуждать. Как будто меня здесь нет, как будто я мебель. Вот. Вдруг эта дочь Глэдис Мэй зычным голосом говорит: посмотрите на этого старичка, как он славно играет в карты. И что вы сказали? Что я мог сказать? Я был ошарашен. Понимаете, эта женщина всю мою жизнь вложила в одну фразу. Представляете? Посмотрите на этого старичка, как он славно играет в карты. Веллер, я думаю, она не хотела вас обидеть. Да, но я ведь живой. Понимаете, я еще живой. Это и я готова подтвердить. А, да? Да. Да, не знаю, может, я стал излишне раздражительным. Может быть. Ни с кем не могу сойтись здесь. Да здесь не с кем и поговорить, понимаете? Не с кем. Вот вы, да, единственный человек, которым хочется перемолвиться двумя-тремя словами, понимаете? Да, я знаю, это ужасно, казалось бы, здесь, где собралось так много людей, можно было уж найти себе собеседника. Нет, половина этих стариков, знаете, превратились в молчаливых истуканов. Да, а те, которые говорят, несут такую чушь, что начинаешь уважать тех, которые молчат. Это вы о тех, которые все время жалуются. Вот, жалуются все время. О, знаешь, душечка, у меня до ужаса разболелась поясница. Я знаю, что вы говорите. А это, видели, это... Дальше той двери я ничего не вижу. Да вы все к черту. Я вам так скажу, Фользи. Всех их к чертовой матери. Вот так. Я бы тоже так сказала, Белли. Фользи, так. Я думаю, ваш папаша сейчас перевернулся в гробу. Нет? Нет. Это вы ругаетесь. Нет, я не ругалась. Выражались вы, Белли. А что? Три часа дня. И начать нам развлекаться. Это вы о чем? Сейчас мы с вами будем забавляться. Веллер, забавляться. Нет, прекратите сейчас же. Что? Нет, ну что? Вы о чем, Фонси?
подумал. В моем возрасте развлекаться может означать только одно. Взять в руки карты. Да-да-да. Одна, две партии в джин, мы с вами воспрянем душой и телом. Да, пожалуйста. Ладно. Проходите и садитесь. Пожалуйста. Надеюсь, еще помню, как играть в эту игру. Ну, конечно, помните, в прошлый раз у вас не было никаких проблем, что все было нормально. Пожалуйста, прошу вас. Сейчас, значит, у нас это называется матч-реванш. Так, Верлер Фонсия. А дом у меня называли просто Фанс. Да? А что это менять? Фонсия на Фанс? Не знаю. Фанс. Хорошо. Мне нравится Фанс. Фанс. Сейчас я поправлю. Фанс. Правильно написал, посмотрите. Да. А, какое-то необычное имя. Да? Не знаю, откуда него откопали. А вам больше какое нравится? Мне? Все равно. Ну, хорошо. Будем называть, как придется, да? Фонси, Фан, да. Так. По одной, по две, по три. Фонс значит источник по латыни. Источник по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять. Одиннадцатая вам. А, одиннадцатая. Одиннадцатая. А, почему мне? Ну, клянусь, успела позабыть. Ничего, ничего, я объясню. Я говорил в прошлый раз. Одиннадцатая вам, чтобы вы ее сбросили и начали играть. Да, да, запомнили. Теперь запомнила. Ой, честное слово, я просто отдыхаю за игрой. О, конечно. Джин замечательная игра. Знаете, я раньше в командировках всегда играл в джин. У меня же, вот я вам говорил, голливудский джин. Да, от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка 4 партии. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса 5 партий. Почему? Ну как, на обратной дороге ветер встречный. Поэтому дорога длиннее, получается 5 партий, пожалуйста. Вот видите, Веллер, в прежние годы, когда вы играли в джин, вам не казалось, что жизнь проходит даром. Что же изменилось-то теперь? Хороший вопрос. Хороший, только не знаю, как так, на него так, ответить. Так, так, да. Но об этом мы еще поговорим. Да. Чей ход сейчас? Ваш, да, ваш. Мой ход, но давайте. Я хочу подумать. Да, 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 быстрее только думайте, быстрее. Ладно. Ну что? Объявляю спринт на 3 очка. Но вы же говорили, что раньше не играли в эту игру. Но вы мне объяснили, как играть. Да, но если мне не изменяет память, у вас было смутное представление об этой игре. Нет, да? Я прекрасно все поняла, да. Просто вначале воздержалась, да, от спринта. Значит, с головой у вас все в порядке. Мы так и записали, да. Но я правильно поступила. Да, вы очень правильно поступили, даже очень правильно поступили. По одной, по две, по три, по четыре, по пять. По шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять, одиннадцатое вам, пожалуйста. А вам нравятся пареные помидоры? Да, не нравятся. Еще никого не встречала, кому бы они нравились. Ну, здесь часто дают пареные помидоры. Вот этого я понять не могу. Когда в мире столько свежих овощей... А что понимать-то? Просто наши диетологи лишены воображения. Вот а мне кажется, я готовила бы куда лучше, чем это, как ее, ну как ее звать? Диетолог? Да, да, да. Ее, да, зовут, да, да, Гибран. Значит, Гибран, Гибран джин. Ну, побойтесь бога, Фонси, я же только что стал. А мне сразу же нужная карта пришла. Да, да, у вас часто это случается, нужная карта. Так, 20, 40, 42, еще 25. За джин у вас получается 67 очков. В прошлый раз у вас было, если помните, 120, вот видите, и 60.
Разрази меня, Господи, я бы так сказал. Значит, выигрыш в сухую? Да, в сухую, да. Мне очень жаль. За две недели я не могу выиграть ни одной партии. Но это, конечно, я не знаю, как это назвать. Я думаю, ваш выигрыш не за горами. Да, я тоже надеюсь, по одной, по две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять, одиннадцатый вам, пожалуйста. Ой. Что? Что? Что, плохо? Не, все лучше. Все, успокойся, успокойся, не надо, не надо. Тихо, тихо. Голова. Тихо. Закружилась. Сейчас водички дам. Тихо. Не вставайте, не вставайте. Это от пилюль, которые здесь дают, они плохо на меня действуют. Ну, вы хоть знаете, что это за пилюли? Нет, я не. Пожалуйста. Не знаю. Спасибо. Так надо посоветоваться с врачом. Не с этими шарлатанами, понимаете? А с вашим частным врачом. Что, у вас нет своего врача, что ли? Нет? Я здесь не по бедности. Я и не говорю, что вы по бедности. Я просто считаю, что надо посоветоваться с врачом, и вот и все. Осторожнее. Простите. Да, да. Я вспылила. Да, ничего, ничего. Садитесь, садитесь. Садитесь. Скажите, Фонси, вот сейчас, когда у вас закружилась голова, у вас не было впечатления, что, знаете, как все в тумане? Нет, как во сне бывает так, нет? Просто показалось, что я сейчас свалюсь со стула. А. У меня тоже бывает так. Правда? Я иногда сижу здесь или, скажем, в комнате, вдруг начинает кружиться голова, знаете, даже, ну как, знаете, как в тумане, как во сне, все дома, люди, все. Иногда так бывало, я встряхнусь, все проходит. А вот последние разы я сижу, ничего так. И главное, начинаю бояться. Правда, какая-то такая паника есть. Люди ходят, смотрят на меня. Они же ничего не понимают, да, что со мной происходит? А я сижу и... Вот, и... Потом все проходит. Нервы это. Да, нервы. Нервы, да, правильно. Вот это правильно, нервы. Я никогда так плохо себя не чувствовал, как в такие минуты, Фонси. Со мной тоже бывало. Да? Нечто подобное, когда я с мужем разводилась. А, а как вы с этим справились? Время! Великий лек. Время. Молодец, правильно, правильно. Время! Время. Да, играем дальше. Да. Да. Ничего. Ну, мне что, я думаю, мне, пожалуй, стоит объявить спринт. А-а-а. Ну, такое ощущение. Правильно. Да, потому что я почти уверен, что у вас сейчас будет джин опять. Ну, еще пока нет. Не совсем. Не совсем, да. Джин будет, да. Ну, хорошо. Так. Пожалуйста. Ага. Ничего. Ничего. Так. А, ничего. Ничего. И опять. Ничего. Вот теперь есть джин. Я ничего не понимаю. Вы просто самый везучий игрок на свете, Фонси. Ну что ж такое происходит в чём время? Вам следовало бы спринт объявить. Да? Мы все умны задним умом всегда, да. А вы меня так легко могли посадить, я ждала даму и... Подождите, вы заходите сказать, что вы всю игру держали в руках даму. Да, держала.
Но вы поймите, это глупо. Понимаете? Всю игру держать в руках большую карту. Ну, это просто глупый джин. Вот. Невероятно. Я все. Большую даму держит в руках всю игру. По одной, по две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять, 11-я вам. Но ведь я выиграла. Да, вы выиграли. Только вы не думаете, что вы освоили игру. А как вы это называете? Это я называю везением. Да, самым невероятным везением на свете, пожалуйста. Ради бога, Веллер, пожалуйста, не кричите на меня. Я не кричу на вас. Да, это от досады. Я очень раздосадован. Послушайте, Веллер, я не хочу, чтобы вы на меня опять сердились. Я так же, как и вы, сижу, играю в карты. Короче, джин? Да, джин. Ну, объясните мне, зачем вам надо все время выигрывать? Ну, почему вы ни разу не хотите проиграть? Хотя бы раз. Для разнообразия. Я не нарочно, так получается. А да какая она благородная, она не хочет выигрывать. У нее так получается, простите, пожалуйста. Пожалуйста. Да. Ну что? Так, сколько у вас было? Сколько у вас? А, 50 у вас было, 50. Так, во второй тоже. Выигрыш было 50, теперь, значит, 76. 25 за джим получается. Когда у вас было 50? Чего вы там вдруг засмеял? Не надо, у вас не было 50. Вот, у вас было 40. Конечно. Конечно, 40. Конечно, 40. Вот теперь 91, это все. Нет, это просто не, это невероятно. Я такого не видел в жизни. Знаете, Веллер, я не желаю от вас такое выслушивать, когда выигрываю. Да. Лучше совсем не буду играть. Да, вот посмотрите, идите к черту. Но я не виновата. Так. Значит, вы не виноваты, хотите вы сказать, что я не умею играть в джин? Тогда я вам вот что скажу. Веллер, я брошу играть. Нет, сейчас вы не бросите играть. А вы согласились бы играть, если бы на вас все время орали? Хорошо, я не буду на вас все время орать. По одной, по две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять, один. Я вам вот что хочу сказать. Дело не во мне. Нет, на моем месте любой бы на стенку полез. Любой человек полез. О, наконец, нормальная карта. И я не жалуюсь. А чего вам жаловаться? У вас всегда хорошая карта. Играйте. Веллер. Да. Вы слишком близко все принимаете к сердцу. Это просто игра. Да, я знаю, что это просто игра. Будьте любезны, отпустите руку, я хочу взять карту. Пожалуйста. Пожалуйста, спасибо вам большое. Что же играть, что же играть, что же играть? Что же это, дерьмо. Дерьмо, пожалуйста. Да. Да-да-да-да-да-да. Так. Все. Так. Сейчас я тебе покажу, сейчас как надо играть в джин. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.
меня, Джим. Нет, вы посмотрите на это дерьмо. Дерьмо! Верю. Твою мать! С ума сошла! Дерьмо! Понимаете, у нее все время джин! Дерьмо ты! С вами, Фонсия. Сейчас здесь как-то неуютно. Может, пойдем в дом? Не ждите меня. Я скоро приду. А, хорошо. Ну, я посижу здесь немножко. Я хочу побыть одна, Веллер. Пожалуйста, я не буду вам мешать. Я здесь сижу тихо тебе. Пожалуйста. Вы правы, уже темно. Это раньше было хорошо. Давайте сразу перейдем к делу. Я хочу извиниться перед вами за свой вчерашний поступок. Да, пожалуй. Да, пожалуй. Я вчера действительно очень недостойно себя вел. И вот, пожалуйста, я прошу вас, извините меня, пожалуйста. Я не могу понять, шутите вы или говорите серьезно. Ну, конечно, я говорю серьезно. Как? Вы что, хотите, чтобы я сказал, что я вчера вел себя как осел? Пожалуйста, я скажу. Я действительно вчера вел себя как осел. Но вы меня напугали. А чем? Стол перевернули. Но я же не на вас перевернул, правда? И все-таки вы меня напугали. Ну, подождите, ну не уходите, я прошу вас. Ну, подождите, ну. Ну, давайте поговорим нормально. Ну, что вы, ну, кроме двух случаев, когда я... Я сознаю, недостойно вел себя. Но мы же ладили с вами, правда ведь? Мне тоже нравится ваше общество, Веллер, но вы не можете играть в джин. Ты ж как, Веллер? Вы что, женщина? Я играл в джин? Да нет, нет, нет. Когда вы еще бегали в Вы играть умеете, но вы не владеете собой, когда играете. Только не надо, знаете, вот это вот, как эксперт тут рассуждает. Ну какой же я эксперт? Это я играю как эксперт. Да-да-да, невыносимая баба. Ладно, Веллер, я пошутила. Да, есть такие, которые так шутят. Говорят тебе в лицо всю правду, а потом говорят, извините, пожалуйста, я пошутила. Нет-нет, я играть с вами больше не буду. Да перестаньте дурака валять. Я совершенно серьезно. Ну, идите к своим... кретином со стекленелыми глазами. Идите. Нельзя так говорить, это и вас касается. Нет, меня это не касается. Я хотя бы живой. Знаете, что у нас тут? У нас тут склад мертвецов. Совсем, не совсем еще готовых для кладбища, но уже абсолютно отрешенных от мыслей, чувств, да.
свалка тел у нас тут. Боже, какой цинизм. Это не цинизм, это реальность. А мне вот нравится, что я к жизни отношусь совершенно иначе. И не надо забывать, что среди них половина инвалидов. Да. Они-то в пару раз здоровее тех, которые сюда их засунули. И раза в три здоровее тех, которые вроде должны за ними следить. У вас ужасный характер. Ну? И очень злой язык. Да, на вашем месте я бы не обсуждал чужие недостатки. Это вы о чем? Это я о том, что мы с вами, мы здесь не очень популярны в дни посещения. Вот я о чем. Выходит, если меня не посещают, значит, я дурной человек. Хорошо. Вот объясни, почему вас не посещает ваш сын? Вот мне интересно. Я вам объясняла, он живет в Денвере. Хорошо, в Денвере. А почему вы не в Денвере? А? Почему вы здесь? Почему ваш сын не поинтересуется, что делает его мать на этой свалке? Вот я не хочу с вами об этом говорить. Ну, пожалуйста, не надо не говорить. Сегодня благотворительный вечер солнечных дам, патронесс. Да. Мне есть с ними о чем поболтать, так уж я пойду. Да, идите. Болтайте с ними. И они вам не нравятся. Ну почему? Как раз они нормальные люди. Не стараются нас усыновить. Знаете, это вот приемная бабушка и дедушка. Даже термин какой-то придумали. Семья расширенных масштабов. Во! Семья расширенных... Не, как-то иначе они говорят. Укрупнённых. Ва! Семья укрупненных масштабов. Чтобы Бог им этого не простил. Веллер, вы слишком часто употребляете имя Господа в суе. Ну так что, Фонсия? Солнечные патронессы или Джин? Пожалуй, я пойду. Ну что ж так... Ну, эти патронессы ваши какие придут через час. Ну, мы же успеем пару партий сыграть. Вот. Лучше я пойду. Ну, идите к чертовой матери. Я не понимаю, как все это вам не надоест. Вот это все время смотреть на эти лица. Ну, это я просто... Ну, а в дни, когда постельное белье меняют, видели? Их сажают в кресло, вывозят в коридор, сидят и часами смотрят в этот потолок. Часами. Да. А лица, знаете, в морщинах, как сушеная тыква. Хорошо, да? Сушеная тыква. Ладно, сыграю с вами несколько партий. Все равно делать-то нечего, да. Но делать нечего, Фонси. Конечно, сыграем сейчас. Веллер, ну-ка. Я часто думаю о смерти. Вот. А это бывает именно с теми, кто не играет. Наступает апатия. А? Сидишь часами, смотришь в окно. Вы просто невозможны, Веллер. Чего это возможно? Рассыпал меня. Волнуешься. Ничего. Все. По одной, по две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь. По девять, по десять, одиннадцать. Но не орите на меня, если я опять выиграю. Да, даю слово. Запомните. Буду, да, держать буду в руках себя. Ага. Не буду орать, если выиграю. Но вы тоже иногда выходите из себя, правда? Бывает. Конечно. Знаете, чего я до ужаса боялась, когда работала? Чего боялась? Ошибок в орфографии. Ну, это какие-то невиданные страхи. Когда я с мужем развелась, мне пришлось устроиться на работу в офис. Образования у меня, конечно, никакого не было. Ну что, голова у вас хорошая? Ну, я боялась, что они узнают. Что узнают? Что школу я не окончила, как указала в анкете. Кому это интересно? Окончили вы когда-то давно школу или не окончили? Побойтесь Бога, Бозе, кому это... Веллер. Я так и знал.
Знаете, когда джин, то карту надо класть рубашкой вверх. Простите, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Это вообще не важно, но так принято. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. 8:25. 33. А мне, как всегда, не везет. Очень жаль. Да, не надо меня жалеть только. Не надо. Но мне хочется, чтобы вы выиграли, да, хоть один разок. Не надо, не надо, мне не надо этого. И чтобы вы не смели мне подыгрывать. Ни в коем случае. Да. Нечего умасливать бедного Веллера, подумаешь. Вы знаете, что я один из лучших игроков джин в мире? Да-да-да. По одной, по две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять, одиннадцатый, да, пожалуйста. Трансформировать. Что трансформировать? Сколько раз буква А повторяется в слове трансформировать? Трансформировать. Три раза. Два. Буква А в слове трансформировать повторяется два раза. А мне в течение многих лет приходилось заглядывать в словарик, чтобы не ошибиться. В жилищных вопросах много всяких трансформаций. Простите, за игрой следите. За игрой. Да-да, я слежу за игрой. Да, пожалуйста. Угу. Зачем вы мне бросаете этот валет ваш? Потому что он мне не нужен. Но вы же видели только что, что я прикупил валет. Зачем вы мне бросаете этот ваш валет? Потому что он мне не нужен. Можете радоваться, у меня джин. Веллер. Я просил вас не подыгрывать мне. Я сказал, я не нуждаюсь в вашей жалости. Я и не подыгрывала. И потом вы обещали не устраивать сцен. Я никаких сцен не устраиваю. Я прошу вас играть нормально и стараться выиграть. Мне это не нравится, Веллер. Вам следует во время обхода обратиться к доктору. Может, он вам пропишет какие-нибудь пилюли? Мне никакие пилюли не нужны. А вас я прошу играть нормально и стараться выиграть. Нет, я должен. Я должен докопаться до сути. Нет, тут что-то не так. Тут что-то не так. Как же это каждый раз? У вас на руке та самая карта, которая нужна. Я докопаюсь до сути. Угу. И вы мне в этом поможете. Да-да-да-да-да-да-да. По одной, по две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять, по одиннадцатый вам. Я плохо себя чувствую, Веллер. Играйте, будьте вы прокляты. Простите, мэм. Если можно, будьте любезны, пожалуйста. Играйте. Но это просто смешно. Ничего смешного нет, играйте. И старайтесь выиграть. Я вас очень прошу, я сейчас кину вот эту карту. И Фонси ее подберет. Смотри внимательно. Она читает мои мысли. Веллер? Да. А вы с кем там беседуете? Ни с кем. Да? Да-да, сам с собой. Да, у меня такая... Ага. С моим маленьким приятелем. Вот он здесь сидит и совсем следит внимательно. Так что вы... Сейчас я прошу вот эту карту. И Фонси ее снова подберет внимательно. Он
она управляет моими мыслями. Сейчас я постараюсь ее обмануть. Я сначала сделаю вид, что бросаю эту карту. А в последнюю минуту поменяю решение, брошу вот эту карту, и она ее не возьмет. Вот следи внимательно, посмотри, что сейчас, сейчас будет. Вот я делаю вид спокойно, как будто последнюю минуту я бросаю эту. Вы кто такая? Вы что, ведьма? Да-да-да, вы ведьма. Нет, дело не в этом. Это воля Всевышнего. Веллер, прекратите, уже поздно, я пойду домой. Нет, сейчас вы не пойдете домой. Нет. Джин? Нет. Джин? Нет. Когда будет Джин, вы должны мне сказать об этом. Ну, когда будет Джин, вы узнаете об этом. Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста. Для этого мне нужна одна только карта. Вот как? Да. Одна? Одна. Тогда не ждите пощады. Ну что ж, вот она, Джин. Кто вам дал эту карту? Я вас спрашиваю, кто вам дал эту карту? Господь Бог, да, дал вам эту карту, да, Господь Бог, да? Да, эту карту дал мне Господь Бог. Да, только ваше снисхождение мне не нужно, сука! Мужлан! Я пойду позову кого-нибудь из сестер! А, почему вы хотите позвать кого-нибудь из сестер? Сказать, что вы заложница маньяка, да? Который заставляет вас играть в карты, да? Ах ты, сука! Я умоляю вас, простите меня, пожалуйста. Я умоляю вас. Как? Фонсия, пожалуйста. Мне это все неприятно. Фонсия, я умоляю вас, пожалуйста. Ну давайте сыграем еще одну партию. Одну последнюю. Последнюю партию мы сейчас сыграем и быстренько разойдемся. Я вас очень много. Вот смотрите, я вас очень прошу, Фонсия, пожалуйста, есть. Давайте, вот смотрите, как у вас тут много. Давайте. Одну, и сразу разойдемся. Все. Одну. Фонсия. По одной. По две. По три. По четыре. По 6, по 7, по 8, по 9, по 10, 11, вам, пожалуйста. Одна. Надеюсь, игра будет недолгой. Да, вы же не можете сказать, что я вам дал плохие карты. Веллер, да? А вы играете. Играйте. Вы просто сидите и играете. Да, я просто сижу и играю. А что я делаю? Сижу. Как я ужасно устала и страшно измучилась. Да, а кто вас заставляет играть в карты? Кто? Кто? Сейчас сыграем. Одну партию и разойдемся, сукина дочь. Сукина. Это я про карты. Вовсе нет. Это я про карты, конечно. Сукина дочь. А это дерьмо. А это дерьмо. А, не хорошо. Хорошо. Что с вами? Что? Громче можете сказать? Громче. Громче, я не слышу. Вы... Джин! Громче, он да, проклят, да. Джин! Громче, да.
Все. Да, теперь можем разойтись. Миссис Мэйс только что мне передала, что сестра моя Хэтти ждет меня здесь. Но вы же говорили, что ваша сестра Хэтти живет в Атаре. Да, именно так. Нет, здесь никого не было. Ну, я так и думала. Как жизнь, как дела? Миссис Мэйс умом не блещет. Да не обращайте внимания, она даже не знает, на каком свете живет. Но просьбу она передала точно. Да, ну, хорошо. А от меня что вам нужно? Она мне сказала, что мистер Мартин да? просил вам передать, что вас ждет сестра. Ничего подобного я не говорю, что вы какой. Кого вы хотели обмануть, Веллер? Неужели вы думали, что я клюну на эту удочку? Сестра, с которой мы не виделись 15 лет, и чтоб я поверила, что она меня здесь ждет? Ну, хорошо, не поверила, а чего пришла? Да мне просто противно, каким уловкам вы прибегаете, чтобы вытащить меня сюда. Гроша ломаного не дал бы за это. Гроша ломаного. Я знаю, зачем я вам понадобилась. Ну, зачем? Проклятую игру в джин не можете выбросить из головы. Почему? Мы же неделю не играли, я не просил вас. Да, не просили, потому что я с вами не разговаривала. Ну и что? Я бы сам мог заговорить, если приспичило. Однако думать об этом вы не перестали. О, да-да-да, я все время об этом думаю, конечно, Веллер, все время. Веллер, вы проиграли, игра окончена, забудем об этом. Флонсия, а может партейку сыграем, а? Нет? Ни в коем случае. Стоит мне только выиграть, все начнется сначала. Я из ума еще не выжила. Я тоже не сумасшедший. Да. Это же противоестественно, Веллер. Здесь что-то не так. А это... Я ведь знаю, что вы обо мне думаете. Знаю. Меня сейчас вызвали в контору и хотят показать психиатра. И вы знаете, что будет, если они найдут, что у меня не все дома. Меня просто запрячут в сумасшедший дом. А все потому, что вы на меня пожаловались и психом объявили. Я думаю, вам нужна медицинская помощь. Вы об этом не знаете, так бывает. Я хотела вам помочь. Мне ваша помощь не нужна. Ясно? И не ходите за моей спиной и не обсуждайте меня. Но мне кажется, если есть деньги, то можно бы проконсультироваться с доктором. А кто вам сказал, что у меня есть деньги? Вы же и сказали. Да, сказал. У вас было собственное дело, вы в нем преуспевали. Да, да, было у меня дело. Было. Я ездил много. Если мне больше повезло бы на деловых партнеров, я бы сейчас... Меня просто выбросили из дела. Выбросили. И у вас ничего не осталось? Даже не знаю, как вам это рассказать. Да, у меня были деньги. У меня было 47 тысяч долларов. Потом я заболел, это была моя первая ошибка. Потом я неосмотрительно выздоровел, это была моя вторая ошибка.
С инфаркта я 2,5 месяца провалялся в санатории с поэтическим названием «Хрустальный воздух». А потом инфаркт повторился. Меня перевели в больницу. На 4 дня денег уже не было. Я потерял место в санатории. А потом вот эти из этого общества неимущих засунули меня сюда. А вы сейчас хотите меня психом объявить? Может, мне не следовало никому об этом говорить, но рано или поздно кого-нибудь из нас нашли бы на полу без сознания. Не говорите глупости, ладно? Ну, по-вашему, это глупости, а прежде всего от вас достается мне, когда вы орете. А ваш взгляд безумный, это невероятно. А вы же ждете сейчас, я подойду и шандарахну вас по черепу. Не знаю, чего и ждать. Ну как же, чего ждать? Я же потенциальный убийца. Да, я же шулер. Да, я же уже не говорю о том, что я бесчестен в делах. Этого я не говорила. Что не говорила? Что вы бесчестны в делах. Да? Помните, я вам рассказал про парня, который мне отсыпал $4000? Что вы мне сказали? Но вы сами сказали, что дело не стоило и $500. Ну, я вам объяснил тогда, что подряд стоит ровно столько, сколько клиент готов заплатить. Это дело вашей совести. А я ведь знаю, почему в мире так много обиженных Богом людей. Потому что у них матери были, как вы. Я думаю, вашему сыночку Ларе крепко от вас досталось. Крепко. Я знаю, почему он не ездит к вам. Я все понял. Дело не в Денвере, нет. Дело не в расстояниях. А дело в том, что вы так долго унижали его, что он вида вашего терпеть не может. Да-да-да, он ненавидит вас. Все делал не по-вашему. Как же он никак не мог угодить вам? Трепачка. Трепачка. Ваш сын живет в нашем городе. Это неправда, что он ненавидит меня. Откуда вы знаете, что он живет здесь? Я не знаю, я догадался. Догадался? Догадался, да. Сукин ты сын! Подонок! Ненавижу тебя, я ненавижу. Миллер, я тебя обманула. Я тоже здесь, по бедности. Я знаю. Слишком долго мы живем на этом свете, Фонсия. Слишком долго. У меня тоже были небольшие средства. Часть денег ушли на оплату больничных счетов, просто на жизнь. Еще я пыталась содержать пансион в небольшом домике. Нельзя рассчитывать на детей. У них своя жизнь.
Но этого домика моему сынку не видать, как собственных ушей. Я пожертвовала его церкви, мой сынок никогда его не получит. Я знаю, кого он такой уродился. У него ужасный был отец. Я надеялась, что Лэри будет другим. И после всего, что я для него сделала, лет 5 назад, он разыскивает отца. Только через мой труп, заявила я ему, сделаешь это, разойдемся навсегда. Мне иногда кажется, что он действительно меня ненавидит. Хотя, кто знает. Ну, не надо, не надо. Ну что, все время расстраиваться. Все, но дело не изменишь. Не надо. Тихо. Да я знаю. Тихо. Не надо. Не надо. Ну, все время об этом думать. Все время об этом думать. Что так? Нельзя так. Надо как-то... Да, я знаю. Даже постараться немножко. Может быть, даже отвлечься. Нет. Ты такой замечательный собеседник. А у тебя удивительное чувство юмора. Если б не эта проклятая игра в жизнь. За выражение, Афонсия. Раджин, так нельзя говорить. Не буду играть. Давай, не буду. Нет, нет. Я есть партию, старый. Опять, опять. Одну партию мы сыграем. За свое. Хочет дуться в джин. А я вот не хочу, я пойду. Дети, дети. А зачем пришла? Ну, не играть же в джин. А что делать? Ну, что, просто я хотела. Ты хотела меня проучить. Ну что, твою игру мы сыграли? Давай сыграем мою игру. Эллер, даже обсуждать этого не буду. Чёрта лысого ты не будешь обсуждать. Ты же знала, что твоей сестры Кетти нет здесь. Ты поняла мою уловку, чтобы вытащить сюда? И пришла. Ты же не можешь сказать, что тебе не нравилось все время выигрывать у меня и видеть, как я багровею у тебя на глазах. Ой, Веллер, пойду. Да пойду, она пойдет. Не давай волю рукам. Тихо, услышат. Тихо. Пусть услышат. Ах, вот. А ты, значит, хочешь, чтобы они услышали, что я опять заставляю тебя играть джин? Сволочная ты баба. Ты сволочная баба! Родного сына лишить жилья. Это же надо придумать такое. А вот ах это уж мое дело. Ну-ка, иди сюда. Разгрязался. Давай. Может, у меня на то были веские причины. Сюда. Ты ничего не знаешь. Иди для тебя сюда. Нет ничего важнее на свете, чем иди эта сюда. Проклятая игра. А ну, сядь. Разоралась. Ладно! Черт бы тебя подрал! Ну, чертова кукла! Держись! Все, что я с тобой буду делать? Начинаем! Это будет называться сражение века! Сдавай же! Сейчас! По две, по три, по четыре, по пять, по шесть, по семь, по восемь, по девять, по десять. А тебе? Не надо мне указывать, я знаю, что мне. Возьми карты. Ах, что я? Ах, как я буду сидеть. А что, собственно, изменилось? Давай. Если бы ты умел играть, ты давно меня обыграл. А, следи за игрой. Тебе сбрасывать. Я знаю, что мне сбрасывать. Так. А почему бы нам не схватить вот эту карту и объявить джин? Не получается, да? Надо что-то похитрее. Мне кажется, Веллер, тебе нравится чувствовать себя жертвой неудачи. Дело не в удаче, не в плохих партнерах. Просто у тебя котелок не варит. А ну заткнись, подлая тварь.
Ты в этом ничего не смыслишь? Не смей так выражаться в моем присутствии. Как захочу, так и буду выражаться. Точно, мой муженек. Вечно трехэтажным матом. А я с маленьким ребеночком должна была все это выслушать. Я думаю, у него были основания для трехэтажного мата. Ну и я ему припаяла. Пришел домой пьяный, выставила на улицу со всеми его пожитками. Да? А у меня за это по зубам получила бы, да. И за решеткой. Не, не оказался бы. Руками не трогнула. Не оказался бы, да, а мой муженек трусливый был. Куда уж ему. Доброго слова о мужчинах сказать не может. Да, с мужчинами мне не повезло. Нет! Нет, дело не в ведении. Дело в том, что ты эгоист. Сволочная эгоистка. И всегда во всем права. Вот в чем дело. Играю. Да, я играю. Играю. Тебе, небось, нужна вот эта карта, да? Ну, смотри. Да. Ну, иди, иди. Да. Ну, да. Ну, вот тебе. Получила? Пожалуйста. А вот это уже глупо. Одну дамочку двумя ходами раньше взяла, возьму и эту. Но у меня выбора не было, жопа! Не сметь! Сядь, 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 сядь! Так меня называть! Сядь, я сказал! Слышишь, ну, ты? Ну, твою мать! Ну-ка сядь, сядь! Да, никогда я так не ругалась! Сейчас посмотрим, кто у нас глуп, как пробка! Сейчас посмотрим, кто у нас останется дурака! Сейчас! Да. Одна карта мне нужна. Одна. Знаю. Нужна. Ну, нужна? Нужна. Ну, сейчас. Thank you.